Волна, вот обратите внимание, абсолютно расслабленно играет. Вообще команду ничего не напрягает. Это заметно, это видно. И поэтому получается такой вот неплохой футбол. Но за него можно поплатиться. Выход 1-1. Удар и гол! 1-1 счет становится. Юрченко собрал всю волю в кулак и весь свой гнев пустил на позитивный момент в этой игре, пустил на созидательную деятельность.